Очищение организма на основе исламской медицины. В третьей городской больнице Махачкалы вот уже 2 года успешно функционирует детокс-отделение. На профилактику и лечение приходят как взрослые, так и молодые люди. В чем секрет успеха нетрадиционного метода очищения организма, узнавал Хамза Нурмагомедов. Отвары, массажи, физиотерапия и многое другое. Детокс-отделение больницы представлен комплекс процедур по очищению и оздоровлению организма. Али Абуязидову 70 лет. Совсем недавно он перенес ковид и 2 операции. И вот решил поправить свое здоровье здесь. Я могу сравнивать. Я был в Майкопе, вот, лечился, тоже очищение организма проходил. Потом в другой базе был, в Краснодарском крае. И здесь вот. Вы знаете, для наших людей это исключительно великолепное место. Почему здесь лучше, я считаю? Потому что здесь условия прекрасные. Коллектив очень хороший, добрый коллектив и внимательный коллектив. На любые твои, как говорится, требования сразу отвечают красиво, все. И организованно, очень хорошо организованно. Всех систем организма очистить здесь спокойно можно за эти 10 дней. И я думаю, что лучше здесь лечиться, и никогда я больше никуда не поеду. Заботливые врачи, уютные палаты. В среднем пациент пребывает в стационаре от 7 до 14 дней. Во время очищения специалисты тщательно следят за состоянием организма. Пациенты поступают к нам в отделение, у них бывает свой режим. По часам, начиная с 6 часов утра до 9 вечера, у них каждый час, через каждый час, через каждые 2 часа у них есть напитки, соки, фреши, отвары, что они принимают. В течение этого времени распределяем и процедуры, физиопроцедуры, массажи, иглотерапию, но это уже по показаниям. Методика заключается в том, чтобы очистить наш организм, очистить кишечник, печень от накопившихся продуктов обмена, от токсинов, от шлаков, от паразитов. Очищение организма раз в полгода рекомендуется, в принципе, и даже здоровому человеку. Это будет профилактика хронических заболеваний для усиления иммунитета, для активации иммунитета, для восстановления работы внутренних органов, улучшается метаболизм, обменный процесс улучшается в организме. Стоит отметить, что учредителем третьей городской больницы является муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди. Она призвана в первую очередь помочь людям сохранить и укрепить здоровье. И детокс-отделение в этом играет ключевую роль. Хамза Нурмагомедов, Али Асхаб Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.